ребята действительно стыдятся, потому что должны обратиться к кому-то, кто там что-то жарит там на огне, а вдруг мы с шариками вокруг них, нас никто не приглашал, мы вдруг к ним подходим. Вы, когда рядом с нами, мы хотим, мы прислушиваемся к каждому слову в устремлении. Там же мы обращаемся с нашими играми. И это как раз то, чего стыдятся. И еще мы говорим о том, что там не должен быть никто поодиночке, нужно выходить несколько человек. Мы должны научиться перед этим нескольким ключевым словам. Независимость, объединение, да? Дружба, весь Израиль, друзья. Давайте сыграем в это. В общем-то, ты приходишь к ним с посылом, с понятием о независимости. Здесь нет чего-то чуждого этому дню. Ну, все находятся в таком состоянии. День для объединения, день для того, чтобы почувствовать себя в качестве единого целого. И такие игры мы и приносим тоже. Мы как бы являемся представителями этого праздника.